Недавно на этой улице посадили красивые клёны. Ну, не знаю. Мне нравится. То, что происходит с городом, мне нравится. Город становится другим. А еще поближе к улице Курчатова, на улице Победы, есть памятник. Подводная лодка. К-14. Вот эта вот подводная лодка, вот такая. Она пересекала ледовитый Северный океан подо льдом. Рубка. Атомная подводная лодка К-14. Первый командир К-14, капитан второго ранга Марин. Да, вот и написано, да, в 66-м году перешла под льдами Арктики. Совершила 8 дальних океанских походов. Не знаю, сложно себе представить, как можно ходить в такой маленькой подводной лодке, годами плыть. На большой глубине. В Обнинске много интересных памятников, таких мест, которые стоит изучать. Я в прошлый раз снимал о памятнике Жолью-Кюри. Памятник Шацкому тоже снимал. Коротко рассказывал. А собираюсь еще пойти обязательно снять недавно возведенный памятник авиации, посвященный самолету на улице Гагарина. Ну, это в следующий раз. Я люблю свой город, особенно осенью.